Этот человек живет в Кирове уже почти 40 лет. Приехал сюда опытным специалистом. Позади был медицинский факультет Иркутского университета, работа в университетской хирургической клинике, должность главного хирурга эвакогоспиталя в годы Великой Отечественной войны. Заслуженный деятель науки, профессор Николай Сергеевич Епифанов. Выбором профессии он обязан отцу, химику и биологу. Учился в годы гражданской войны, когда страна особенно нуждалась в медицинских работниках. В Кирове Николай Сергеевич увлекся научной работой, стал доктором медицинских наук. А когда здесь открылся филиал Ленинградского института гематологии и переливания крови, его назначили заместителем директора. В институте ведутся исследования по изучению составных частей крови, ее защитной иммунологической системы. Сегодня гематологи дают лечебной практике множество препаратов крови. Под руководством Николая Сергеевича защитили диссертации десятки ученых института, и сам он автор многих научных трудов. Профессор Епифанов уже пенсионер, но продолжает работать научным консультантом в институте. Его опыт, эрудиция, знания приносят огромную пользу медицинской науке.